Доброе утро, друзья. Ой, селхоз. И снова у нас дежавю. Нос, иди сюда, иди кушай. А Люся, ой, а кто тебя памперсы так? Люся, это она сухо так разодрала тебе памперсы в хлам. Моя жайка. Ты пошла сама кормиться. Да. Слушай, я не успела в одной руке ложка. Не надо есть все помидоры. Тем более ты не ешь, а поганишь. Так, это я грибы зря. Ты уже все поняла. Иди сюда. Иди. Так. Грибы нужно убрать. Ага, ты нашла еще один помидор, да? И там помидор. Это я поторопилась. Грибы поставить. Люся. На. Сейчас я возьму ложку. Ты так будешь кушать? Давай с ложки. Вот так. Давай с ложки. С ложки, ну. Завсегда наклонять голову не надо. Да. Что? Ага. Баночки я убрала. Ой, Люся. Давай. Утром я уже... Моя зайка. Пошли. Нет? Тут помидоры дают. Сейчас, Люся, сейчас. Сейчас, давай кушать. Давай. Так, подождите, я не успеваю за вами. Кому крутится ваш вот хоровод этот? Люся, Влад убирает клетки, потому что что-то сегодня на сухо ночью. У нее был, как это, когда недержание? Лезет. Сейчас. Ой, все, на голову полезло. А ну, друзья, у нее такие лапки, коготки острые. И она когда шкрябается по шее и по плечам, ой, как приятно. Куда ты? Куда ты, зашиворот? Куда? Ты же моя зайка. Все. Моё золотое, сейчас накормлю. А Люся довольна, что сухо не на столе. Так, из-за шивета, давай. Иди, ты что же должна? Ой. Боже мой. Причем мы пробовали им давать из двух мисок. Не лезь на меня. Ну, я только в чистое оделась. Ну, вот лапы обязательно, нос свой обязательно. Насухо, друзья. Это доктор. Я так понимаю, что я теперь буду абсолютно перестать. Абсолютно здоровый человек, потому что, ну, кто не знает, раньше... Обязательно у фараонов, у каждого фараона должно было быть минимум две насухи, которые его лечили. Насуха своим носом, там у нее очень чувствительный
нет ванны, чтобы поснимать, что она делает на моей голове. Очень чувствительные такие точки, и она ищет, где у вас что болит, и вот туда тыкается носом, лечит. Так что я, друзья, понимаю, смех продлевает жизнь, всем знаю, а носуха лечит. Поэтому я буду жить вечно и абсолютно здоровой чувствую. Моя зайка, мои доктора домашние, да. Ну не в ухо, у меня уши не болят. Скажи, это пока, ты просто не знаешь. Скажи, нет здоровых пациентов, есть недолеченные, да? Доктор сказал в морг, значит в морг. Так и тут, скажи, я лучше знаю, где мама у тебя болит. Я не могу снять, что делается у меня на голове. Зато Люся спокойно ест. На какие жертвы не пойдешь. На пол, друзья, я не могу. Не знаю, как вам показать этот. Ай! На пол, друзья, я ее выпустить не могу, потому что я буду ее и Люся. Люся, если ты не можешь на пол ее выпустить, значит, я на пол кашу налью. Из-за этого. Если ее выпустить, я ее уже один раз искала. Это просто ужас. Ее найти невозможно. Она моментально в диван, под кровать, куда-то за холодильник. То есть это вот как ведет себя, если, не дай бог, кто-то знает, как ведет себя там крыса или мышь. Это вот примерно то же самое. Моментально шмык, и ты... Ай! Не кусай меня за уши. Вот одни и те же привычки. Что значит один? Вот один вид. Ищут, где хрящики, чтобы укусить. Люсь, ты все? Давай остальное в детском саду. Давай. Иди сюда, доктор Айболит. Иди. Вот. Ешь, тебе нужны силы, чтобы лечить всю нашу семью. Пока что ты только... Ой, все, я стоптала. Пока что ты только мозг лечишь мне и Владу. Вот так. Кто? Кто еще? Ты не наелась? Люсечка, тебе какие фрукты дать? Давай я тебе сейчас виноградик дам. Сейчас, подожди. Подожди, моя Сонечка, подожди. На. Бери оба. Хватит. Ну, вот что, лучше выкинуть на пол, чем на сухи дать? Что, не заходит? Назим так подкусываю. Так, все, у меня нет сил больше. Давайте как-то это самое. Уже все доедать будете в детском саду. Шмяк. А мне еще после вчерашнего вечера нужно полы мыть, не считая всей остальной кухни.